Короче, мне скинули данные по одному человеку, который хочет перейти на нашу сторону и содействовать по всем направлениям. И, ну, и по картам накидали. И фамилию, имя, отчество. Где он находится, местоположение ориентировочное. Все, есть такой вариант поработать? Заинтересован или нет? Здорово, братишка. Да, конечно, заинтересован. Кидай инфу. Братух, подскажи, пожалуйста, такой момент. А это чья инфлашка такая? От кого? Ну, короче, местные жители, которые я оказал помощь, когда было то, что вовремя их вывел оттуда, блядь, когда наступление было укропов, блядь. И они сейчас тоже работают, дают информацию по всем укропам и пытаются перетащить своих знакомых или родственников, блядь, с той стороны, блядь. Это те, которые давали хорошие координаты по нанесению огня по противнику. То есть я им доверяю. Они, наоборот, за нас и хотят быстрее, чтобы уничтожить этого врага, бля. Давай, я понял тебя. Сейчас я эту систему обработаю. Ну, блядь, пушка вообще за здрасте прикольная. Спасибо тебе большое.